Аграрии Мариэл оперативнее всех в стране получают федеральные и региональные субсидии на поддержку бизнеса. Такие данные приводятся в рейтинге субъектов Российской Федерации. Исследование было проведено Агропромышленным союзом России. Согласно приведенным данным из федерального бюджета, Мариэл за полгода было выделено почти 1 160 000 000 рублей, из которых сельхозпроизводителям перечислено более 85%. Региональные субсидии аграрии получают несколько медленнее. К концу июня перечислено свыше 71% средств. Напомню, что в республике активно развивается животноводство. Именно туда и направлены основные средства господдержки. Так, за 5 месяцев марийские животноводы произвели 115 тысяч тонн мяса, 74 тысячи тонн молока и 145 миллионов штук яиц, оставив далеко позади соседей по федеральному округу. Локомотивами в области сельхозпроизводства стабильно остаются птицеводческие и животноводческие хозяйства. Рост в январе-мае текущего года по обоим направлениям более чем на четверть к уровню прошлого года.